Всем привет! С вами снова Настя Тян, и вы не поверите, где я нахожусь. Я в Ташкенте! Девочки, я в шоке! И мы находимся в Ташкент Сити Молл. Это новый торговый центр. Новый торговый центр? В этом году, да, открылся? В этом году, в феврале. А я, чтобы вы понимали, не была в Ташкенте 5 лет. Не могу просто, ненавижу, не выношу. И для меня сейчас все новое, но такое ощущение, что я не уезжала из Кореи, потому что как будто все такое же. Начиная от парковки и внутри все такое же. Сейчас буду показывать и сама смотреть. Для меня прям это что-то вау. И, кстати, прилетела я вот буквально несколько часов назад. Мы пришли в кофейню взять холодный кофе. Давайте посмотрим, что здесь есть. Кстати, выпечка здесь намного вкуснее, чем в Корее. Вот, тарталетки какие-то с ягодами, с малиной. Ты знал, что в Корее невозможно найти нормальную малину? Такую, как у нас. Это что-то с орехом? Что это? Не вижу. Орешки, что ли? Изюм, кажется. Шарлотка. Ой, какая милота. Обалдеть. О, это этот. Вот это как в Корее, реально, как в корейской кофейне. Там, короче, вот эти сейчас плоские круассаны в тренде и обычные круассаны. Мазочка! В общем, пацан крепко встрял. Здрасте, Антон. Пацана я в обиду не дам. Но один я не справлюсь. Нужна подмога. Соберем супер-залупер команду. Угадайте, кто? Знакомьтесь. Меня зовут Макс. Мне 29 лет. Для всех я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель кредитного департамента в крупном российско-французском мегаполис-банке. Я разновидность дорогой проститутки, лавирующей между завышенными запросами руководства, собственным разгильдяйством и тупостью подчиненных. Мои клиенты – это мое начальство. Я считаюсь одним из лучших игроков в команде, и мой годовой доход евро составляет симпатичную сумму с 5 нулями. Жизнь удалась. Снимаешь уже? Мы взяли кофе, и я хочу, знаете, что сказать? Там фокус. Нормально? Не знаю. Должен быть зеленый. Мы взяли холодные напитки, и знаете, что хочу сказать? Что спустя 5 лет здесь вообще Ташкент не отличается от Кореи. Можно ходить по торговому центру. Здесь даже есть выставки машин. Джип. Все так дорого, богато. Мне здесь нравится. Ну, слава богу. Кажется, хэппи-энд. Ну, правда, конечно, я цены не видела здесь. Наверное, цены тоже как в Корее, да? А? Заново то же самое? И давайте все вместе. Мы взяли холодные напитки, и хочу сказать, что спустя 5 лет Ташкент никак не отличается от Кореи. Можно взять кофе, я взяла себе латте, и в этом торговом центре даже есть выставка автомобилей, джип, и там еще на заднем плане есть, я не знаю, какая это машина, но она прикольная. Все так дорого, богато. А еще здесь наконец-таки появились бренды. Ну, я не знаю, конечно, когда они появились здесь, может быть, раньше, но я не видела. Мировые бренды, Tommy Hilfiger, Hugo, что еще, Zara. В общем, все от масс-маркета до премиум-класса.
Можно теперь все покупать здесь. Но нужно посмотреть еще цены, сравнить. Если получится, возможно, даже что-нибудь купим. Мне нужен купальник и вещи летние. Мы поедем скоро в трип. Это уже будет, наверное, в следующем влоге. Посмотрите. Но мне пока нравится. Идешь? Не обязательно фокус ставить. Я говорю, ты можешь не смотреть камеры. Снимаешь? Просто так идем? Нет, я буду про тебя рассказывать. Это мой друг. Друг, с, можно сказать, с детства. И он... Какого детства? Ну, я считаю, что 15 лет – это детство. Ну, для меня сейчас уже в 30, для меня 15 – это детство. В общем, мы, оказывается, уже 15 лет знакомы. И вот, что я хотела сказать, что я ему привезла, смотрите, какой костюм ему идет. Это фирма LifeWork, которая очень сейчас популярна в Корее, а оказывается, здесь еще никто о ней не знает. Но значит, вы будете первооткрывателями. Мы пришли в Бершку. Кстати, в Корее я, по-моему, Бершку не видела, потому что я была только в Казахстане. Поэтому можно сейчас посмотреть, что там интересного. Здесь говорят скидки. И если вдруг фокус будет меняться, не обращайте внимания, это друг осваивает камеру. Зато у вас теперь будет другой вид. Пошлите. Как вам? Я собираюсь так поехать путешествовать в этом. Ну нахер. Отец. Мне кажется, мне идет. Или это платье? Вот так? Костюмчик тебе к лицу, конечно. А где купил? Откуда у тебя такой костюм классный? Кто привез? Ля ты крыса, а? Свет мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милей из великих королей? Мы пришли в отдел косметики, и посмотрите, здесь сколько стеллажей с надписью «Корея». Это все корейская косметика, но я приехала из Кореи, и я вам могу сказать, что эта косметика вообще в Корее не продается и не пользуется популярностью. После этих слов вас надо расстрелять. Я не знаю, откуда они вообще взяли ее. Это, конечно, будет сейчас антиреклама, но вообще ни одного товара нет того, который пользуется популярностью в Корее. Мы нашли единственные два бренда, которые в Корее тоже пользуются популярностью. Это Миша и Холика Холика. Но, кстати, эти бренды тоже в основном в Корее, даже в Корее покупают иностранцы. Вот, поэтому, кто живет в Узбекистане, не советую вам покупать корейскую косметику. Она не качественная. Меня захейтят, наверное. Это точно. Вот магазин Tommy Hilfiger. И, как мне сейчас подсказали, здесь цены в полтора раза дороже, чем на официальных сайтах европейских. Но это, наверное, естественно, потому что они же завозят этот бренд. В принципе, логично. А теперь я вам покажу внешнюю часть этого торгового центра. Пойдемте. Да все можно не снимать. Ты до сих пор снимаешь?
Я забыла дома очки. Печаль. Кстати, здесь мусорки появились везде. Важная информация еще. Ну, я же рассказываю, что изменилось за 5 лет. Мусорки появились. Стало цивильно. Очень. Не стало? Ничего не говорить. Смотрите, какой здесь классный вид. Я вот сейчас просто смотрю и не могу насладиться этой всей красотой. Такое ощущение, как будто я где-то в Дубае. Вообще не похоже на Ташкент. Когда я была здесь 5 лет назад, отель Hilton уже был здесь, но территория еще не полностью была обустроена. Стройка шла, а сейчас вообще так красиво. Вот друзья тут фотографируются на фоне. Кстати, Антон фотограф. Если кто-то живет в Ташкенте, обращайтесь. Антон, сколько у тебя стоит съемка? В комментариях обращайтесь. В общем, я оставлю. Я оставлю контакты. Или Инстаграм, посмотрите его работы. Может быть, кому-то нужно будет. Очень много таких заведений, где можно посидеть. И вечером, допустим, на летке посидеть. Здесь чикен, допустим, делают. Есть кофейни такие. И вот чем мне нравятся страны СНГ, тем, что в такое время года можно сидеть на летках. Очень уютно. А в Корее таких заведений нет. Но даже если есть, то очень-очень мало. Вот, в общем, вот так выглядит территория снаружи. Посмотрите, детская площадка, тоже как в Корее. Я заметила, я не знаю, может быть, это по всему миру так. Ну, либо от того, что я приехала из Кореи, мне кажется, что все, что делают сейчас, строят, все очень-очень похоже на Корею. И Ташкент становится похож на Корею. Вот. И мы вышли поснимать территорию снаружи, но очень жарко, солнце слепит глаза невозможно. Поэтому мы решили, что в какой-нибудь день мы приедем сюда ночью и покажем вам. Здесь еще есть какая-то кофейня или кафешка вот в этом здании на там, каком-то этаже. В общем, как-нибудь мы туда пойдем, и я вам тоже поснимаю вид сверху. Говорят, что очень красиво. Вот, а сейчас мы поедем в другой еще торговый центр, где у моего братишки есть свое кафе. Мы поедем его удивлять, потому что никто не знает, что я прилетела. Ля ты крыса, а! Я прилетела сюрпризом. И сейчас мои друзья назначили встречу моему братишке, якобы деловую. И я его, хотела сказать, напугаю, удивлю своим приездом. А потом мы поедем к папе, и папа тоже будет в шоке. Потому что вчера, перед тем, как выехать в аэропорт, я позвонила папе и сказала, что у меня начались каникулы, отпуск, и что я буду дома. И, в общем, он еще даже не подозревает, что я в Ташкенте. А сегодня мы поедем. Сначала я братишку встречу, и потом мы с ним поедем к папе. Вот я постараюсь заснять, конечно, все эмоции, надеюсь, что получится, но мне кажется, что папа будет просто в шоке. Мы приехали в торговый центр, который называется Seoul Moon. Или Seoul Moon его здесь называют. Вот так он выглядит.
Сейчас еще покажу. Вот именно в этом торговом центре у моего братишки свое кафе. Называется Китсуне. Там все в стиле аниме, поэтому если вдруг кто интересуется аниме, можете приходить в кафе Китсуне. Посмотрите, какая красота здесь. Все сделано в корейском стиле. Каждое заведение как будто домик корейский, традиционный. И речка. Кстати, ближе к вечеру уже не так жарко. Погода нормальная. Лучше, по крайней мере, чем в Корее. Мы конспираторы. Сейчас уже один друг зашел, якобы на встречу. А мы ждем. Сейчас он нам даст сигнал, что можно заходить. И мы начнем съемки. Так переживаю, что не... По улице. Серьезно? Как-то можно сзади подойти? На улице? Давай сзади как-нибудь подойдем. Посмотри, где, с какой стороны. Антон, как сюда на улице. Ну, давай мы сзади. Напиши, что мы сзади подойдем. Если он сидит лицом сюда. Ну, тогда как-нибудь пройдем так, чтобы незаметно было. План меняется, они, оказывается, сидят не внутри заведения, а на улице. Вот так выглядит заведение снаружи. Все, съемка начинается. Просто это впечатление. Какое впечатление? Ты просто приехал и ничего не сказал. Подозванный для съемки человек. Свет настроил. Он даже не подозревал. Я конспиратор года. Я думаю, с папой получится вообще... Не эффектно, да? Да. Сейчас покажу вам, что за кадром происходит. Просто люди держат нам свет, чтобы кадр был. Мы выбираем, что будем кушать. Вот такое меню. Я, наверное, буду удон. Вы выбрали? Вот такой интерьер. Тоторо, Пикачу. Да. А это Китсуне? А я не знаю, кто это, но я знаю, что она это. Сибу, да. 2 hours later. Привет. Привет. Да, идем домой. Привет, привет. Вы что показываете? Привет. Ага, домой идем. Это Саня был? Привет, привет.
Я захожу уже, да. Оба-на! Оба-на! Не понял! Привет, доча! Надо, да? Это что? Что за был такой прикол? Привет. Ну, откуда? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. А вы откуда нас знаете? Не понял. Привет, доча. Не понимали. Надо, да? Ну, это что? Что за был такой прикол? Привет. Вы откуда? Здравствуйте. Привет. Ну, Здравствуйте. А, как это? Пост-эффект? Мы уже собрались. Скажи свои эмоции, свои впечатления. Какие у меня могут быть эмоции? Это сегодня был просто шок. Я разговариваю по телефону с дочкой, думая, что она в Корее. Оборачиваюсь, и она из телефона появляется там. Вот это были мои эмоции. Это что-то. Это что-то с чем-то. Что я еще могу добавить? Добавить просто нечего. Ну все, мы пойдем сидеть. Всем пока-пока.